Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и сегодня мы обозреваем такую игру, как Snow. Это, по-моему, аналог Steep. Довольно-таки неплохая игра. Я видел сам по обзорам, сам не играл в нее. Но мне она даже просто на видео очень даже понравилась. С удовольствием в нее поиграл бы, но, увы, у меня нет такой возможности. Но есть такая демо-версия на сегодняшний день, как Snow. Она в раннем доступе есть в Steam. Так что вы спокойно можете зайти и скачать ее. Так, тут мы начинаем базовые движения. Так, лево-вправо, вперед, Shift и S. Понятно. Лево-вправо, поворачивать, назад, вперед. Оу, что это было? Так, и Shift. Shift, он, по-моему, ускоряется. Да, отлично. Теперь мне нужно... Так, complete, завершить эту гоночку. Так, пробел, прыжок. А, отлично. А так, трюки он тут делает вообще? Ну, наверное, должен делать все-таки, это игра про сноуборды. Вначале нам дается выбор, на лыжах или на сноуборде. Я выбрал, конечно же, на лыжах, мне он больше нравится. Так, прыжок и... Так, это что? Так, сейчас посмотрим. Ага. Воу-воу-воу, тише, ковбой. Так. Давай, быстрей. Вот так, давай, теперь. Отлично. Я просто мастер своего дела. Прекрасно. Что-то я сделал, но не уверен, что это было нормально. Так, что-то трюки не очень. Или я такой криворукий? Так. Ясно. Так, Q, E, понял. Так, давай разгоняемся. Сейчас попробуем замутить какой-нибудь обалденный трюк. Вот так вот, детка. Мне нравится. Графон, как вы видите, очень даже ничёшный такой. Так, еще раз. Или нужно было две зажать? Сейчас попробую. На 360 градусов. Ну, попробуем. Если Q и E зажать. Так, что-то у нас не получилось. Нет, не получилось. Да, придется повторить. Что-то какую-то сальтуху замутил. Это не есть хорошо. Так. Тут еще есть мультиплеер. И чё? Я нажал Q и E. Или нужно было сначала Q, потом E, блин. Так. Ну, попробуем. Давай, разгоняйся. Ой, блин. Давай быстрей. Ну, блин. Разгоняется тут он, конечно, не очень. Мог бы и побыстрее. Ну, ладно. С этим, я думаю, каждый разберется сам. Приступим сейчас к осмотру других функций. Таких как мультиплеер и все такое. Ну, сейчас попробуем. Так, отлично, что-то получилось. Так, с
Сейчас. Нет, все-таки нужно пройти. Сейчас я попробую зажать эту Q или E. И попробуем. Вот. Нет, все-таки не получилось. Если на 360, то. Так, а ну-ка вырезайся давай. Сейчас, еще один раз и попробуем мультиплеер. На джойстике, я вам скажу, было бы удобней. Но джойстика у меня тоже нету. Блин, я упал. Нет, я уверен, сейчас у меня точно получится. Давай, давай, разгоняемся. Опять упал. Ну, да ладно. Посмотрим другие функции. Так, в меню. Так. У нас тут мультиплеер есть? Да, есть, конечно. Так. Продолжить. Мульти. Так, что-то не понял. Или нужно завершить это задание начальное, типа знакомство, а потом пойдет уже. Так. А, вот, мультиплеер. Вот он. Сейчас попробуем. Так, какие-то. Вот тут три человека. Сейчас к ним и присоединимся. Lexus. Вот к Lexus. Я, правда, любитель Мерседеса, но Lexus тоже нормально. Давай. Чё-то не понял. Ну? Там уже, видимо, заполнено. Так, вот 4. Отлично. Европа. А в России там что-то не увидел. Ну, в любом случае... Сейчас мы будем играть с другими игроками. Это довольно-таки круто. Ну давай, быстрее уже. Так, тут еще и с трюками. Ну я думаю, тут нужно... Чё? Не понял. Ага, давай сюда. Вот, отлично. Мне нравится, как он разгоняется. Так, вот. Это, как бы, видимо, свободный режим. Давай, shift. Отлично. Так, ну что-то других игроков я здесь не вижу. Нет. Так, рестарт. Давай. Давай. Сейчас поеду вон туда прямо. Там, по-моему, есть трамплин. Неплохой. Испытаем его. Да, блин, такой разгон испортил. Ну, давай. Ну ты чё, дружище? А нет, все равно тут трамплина такого и нету. Так что поедем дальше. Разгончик. Так, давай. Блин! Что? Появился и умер? Это как-то не радует. Так. Челленджи. Нет. Так. Ну, в любом случае, в нормальной сессии можно найти других игроков, я думаю. Так что, друзья, заходите. Игра динамичная, интересная. Это я просто такой криворукий, так что не обращайте внимания. Советую, в общем. Она еще и бесплатная. Так что, друзья, дерзайте.
Сейчас мы заканчиваем. Да, заканчиваем. Всем удачи и пока, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите предыдущие мои ролики. Там есть прохождение по Far Cry, Primal и Чужому. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Hey, call. Hey, my baby.